БТР – это одно из основных средств подвижности для сухопутных войск. До сегодняшнего времени мы либо модернизировали доставшиеся нам от Советского Союза, да, БТР-70, очень удачная, кстати, модернизация, либо закупали, сейчас закупаем БТР российского производства. Вот. Но, конечно, было бы странно, если с учетом такой развитой машиностроительной промышленности республики мы бы не имели собственного колесного бронированного нового подвижного средства. Поэтому такая задача была поставлена, и белорусские машиностроители, в частности МЗКТ, ее отработали. Значит, машина, ну, вот мы действительно вот ее вживую увидели сегодня впервые. Она, так сказать, внешне, да, и по ТТХ, и по облику, и по начинке соответствует всем современным образцам. Вот, поэтому сейчас задача доводить до ума, то есть проходить цикл, начнутся сразу после выставки испытания. Значит, военные будут ее на всех предельных и запредельных режимах испытывать. Я уверен, что в течение там сжатого периода времени эта машина будет дошлифована. Вот, и это по, ну, нашей, может быть, оптимистичной оценке, но мы настроены на то, чтобы машина именно эта, либо сделанная уже на базе этой машины, стала основой, основным средством подвижности белорусских вооруженных сил. Технические характеристики: 110 км в час – это его скорость. Двигатель стоит белорусского производства, это массовый чай. Перевозит 8 человек личного состава, наводчик и командир, и водитель. То есть получается всего 11 человек. На данном образце стоит модернизированная совместно с нашими партнерами компании «Пеллинг» башня от БМП-2. Мы позиционируем его, что уже он ближе как бы к российскому бумерангу. То есть он у нас и бронезащищенный, у нас модульная будет броня, которая с изменением класса бронирования, минный подрыв. Поэтому, ну, это вот наша новинка, и на территории Республики Беларусь мы первые, кто это сделали. Задача – это и перевозка личного состава, и огневая поддержка при перевозке. Сейчас мы на этапе согласования технического задания с Министерством обороны и проведения полного опытно-конструкторских работ с нашим Министерством обороны и постановки его потом на вооружение.